Киевской области разоблачили подпольный конвертационный центр с оборотом 72 миллиона гривен. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе. Клиентами центра были предприятия и частные лица. Мошенники снимали крупные суммы в банкоматах, за обналичку брали около 10% от суммы. Счета для своих схем открывали в 4 банках. Налоговики провели уже несколько обысков в офисах и домах организаторов. Наложили арест на их имущество, изъяли 52 тысячи евро, 33 тысячи долларов и 150 тысяч гривен.